начиная от 8 дней до 14 – самое оптимальное время. В этот период ребенок еще спокоен, он меньше реагирует. Его мышцы еще помнят позы, которые находятся, да, у мамы в утробе. И тем самым, когда мы пеленаем ребеночка, то есть его тело помнит это, ему комфортно, он хорошо спит, его ничего не беспокоит. И, в принципе, весь процесс съемки, он ориентирован на режим малыша. То есть съемка может длиться до 5 часов ради 10-20 кадров. Я безумно люблю детей, и работа для меня это не как работа, а просто как хорошее времяпровождение. Ну, и это огромная ценность, когда родители доверяют тебе, ну, такое сокровище. Это, ну, очень важная ценность для меня. Почему Newborn? Давно наблюдала за этим направлением. Появилась возможность пройти полноценный курс, то есть не двухдневный мастер-класс, а полноценный курс. С этого и пошло. Каждая съемка, ну, какое-то волшебство в кадре. Первое время большинство, да, даже больше не мамочек, а и вот бабушек, дедушек, они волнуются. Для многих эта съемка – это что-то новое, незнакомое. Многие настороженно к этому относятся, но как только начинается процесс, и они понимают, что ребенок в безопасности, вокруг все стерильно, я, в принципе, прихожу с очень добрым посылом, и все расслабляются, просто умиляются процессом вот этой съемки. Самое главное, я могу выделить одним словом, это эмоция. То есть это самая важная составляющая для меня. То есть это эмоция момента общения с ребятами, которые у меня сейчас на съемке. Это эмоция после, уже когда даю готовый материал. Каких-то постановочных кадров, ну, у меня они очень редки. Да? Только, ну, непосредственно касаясь там, фотографий новорожденных, там да. А вообще стараюсь ловить кадры. Мечтаю о каком-то своем собственном пространстве, где будет все оборудовано непосредственно под работу с детьми, начиная там, от перинальных столиков, зоны там, для кормления и всем прочим. Ну и, конечно же, для меня очень важно вносить какой-то наш национальный колорит в эти съемки. Безумно, ну, много всяких идей. Сейчас вот решение только вот реализация, какое-то свое пространство, где уже можно будет творить в этом направлении.